определяйтесь, с какой тематикой вы предпочтете работать, давать ответы. Все готовы? Команды совещаются, но только один член команды дает ответ на вопросы. Неважно, за столом вы или на другом месте сидите. Вопрос из раздела «Кингисепп в годы войны». Какое подразделение первым вошло в Кингисепп, освобождая его? Минута пошла. Итак, выбираем вопрос. Быстрее. Итак, опять пословица поговорки, номер вопроса. 14-й вопрос. Пословица о том, чего всегда мало. Время пошло. Я думаю, что мало за денег, поэтому мало золотых додорог, это единственное. Так, ну, логика проглядывается. Но ответ неправильный. Денег много не бывает. Ах, какие все к деньгам все сводят. Есть еще вариант ответов? 6-я школа. Мистер рублей, мистер друзей. Ну что ж, нет, не те варианты вы предлагаете. Что сейчас находится недалеко от Кастловки у асфальтированной дороги в память о сражении Нарвского полка? Минута. Наши войска впервые на Ленинградском фронте произвели боевое применение нового оружия под Кингисеппом и помогли в обороне Ленинграда. О каком оружии идет речь? Минута пошла. Реактивная артиллерийская установка «Катюша». Что фашисты вывезли при отступлении из города? Итак, минута пошла. При отступлении, что им нужно было дальше для дальнейшей жизни, кроме продуктов питания? Да, а оборудование заводов и фабрик. Вот, несмотря на предыдущий вопрос, что в Кингисеппе к началу войны жило только 6500 жителей, а здесь была очень развита промышленность, были заводы и фабрики. И вот оборудование этих заводов и фабрик, инвентарь, были ценны для развития, дальнейшего развития промышленности Германии. Поэтому это вывозилось с нашего района.